Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. С начала года в Забайкальском крае было выселено 155 человек. Из них добровольно освободили жилые помещения 137. К сожалению, как отмечают судебные приставы, выселенцы идут на контакт неактивно. Тем не менее, исполнять решение суда нужно. Особенно это касается тех, кто незаконно занимает жилые помещения. Тимьяна Гаюсана, например, сделала в квартире капитальный ремонт. И сейчас, когда встал вопрос о выселении, бывшие жильцы демонтировали пластиковые окна и спилили батареи, отчего в квартире образовался потоп. Пытались сорвать ИГВЛ со стен, но, видимо, решили не портить вид окончательно. Квартира на Горького имеет еще более интересную историю. Мужчина, по словам соседей, заселился в четырехкомнатную квартиру самовольно и устроил там притон. Комнаты неоднократно горели, везде свалка, антисанитария. Жильца на месте не оказалось, поэтому пришлось взламывать дверь. По словам соседей, в квартире неоднократно собирались толпы людей, которые ведут асоциальный образ жизни. По закону в силу вступили судебные акты о принудительном выселении должников, в принудительном исполнении предъявлены исполнительные листы. Должникам предоставлялся срок для добровольного исполнения требований исполнительных документов, исполнены ими не были. Должникам, проживавшим по адресу Гаюшана 38, также предоставлялась судебная отсрочка. В период отсрочки никаких действий по добровольному исполнению судебного акта ими исполнено не было. Соответственно, судебным приставом исполнителем было принято решение о принудительном выселении, назначена дата принудительного выселения. К указанному времени требования исполнительных документов должниками исполнены, предоставлен доступ в жилые помещения, осуществлено освобождение жилых помещений от имущества. По состоянию на 1 октября 2014 года у судебных приставов на исполнении находилось 366 исполнительных производств о выселении жилого помещения. Из них 203 было возбуждено в текущем году. Александра Леонтьева при содействии УФССП России по Забайкальскому краю.